он запнулся и начал визжать. Он не говорящий, вы понимаете, у меня ребенок с РАС, ну, расстройство аутистического спектра. Она говорит, тем более, уходите отсюда. Много у нас таких детей? Ну, официально зарегистрировано в Амурской области около 5000. На днях в Санкт-Петербурге произошло шокирующее событие, которое сколыхнуло общественность и вызвало большой резонанс. Жительница одного из крупных жилищных комплексов пыталась прогнать детей с аутизмом, которые гуляли и обучались в там же расположенном специализированном центре. Она объясняла, что для таких детей должна быть отдельная площадка. Сегодня мы поговорим об этом с Татьяной Каримовой, руководителем, председателем общественной организации «Мир без границ», которая объединяет детей с особенностями развития. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, вы видели, наверное, всю эту историю, да? Общественность активно обсуждает. Что скажете по этому поводу? Ну, конечно, я видела эти видеоролики. Я считаю, что это прям дискриминация. Бывают такие люди, которые считают себя превосходными, то есть высшими такими, такой высшей расой, а все остальные как бы... И тут дело не только в таких детях, именно в детях с аутизмом. Я думаю, что ей бы другие люди не понравились, какие-нибудь такие, которые, на ее взгляд, по ее мнению, недостаточно высокого уровня, да, чтобы для общения. В том числе люди, которые имеют там низкий доход, например, да, либо не так одеты, даже так уж и рассуждать. Есть ли такая история в Благовещенске? Потому что, когда мы эту информацию тоже размещали, было очень много комментариев об этом. Все начинается с обычного детского сада. В те времена не было возможности проводить качественную диагностику, и диагнозы ставляли ребенку довольно поздно. В те времена, это какие времена? Это лет 10 назад, допустим, 15. И все, почему я обращаюсь к садику именно, эти дети уже сейчас большие, но отпечаток неизбежно остается. Ну как это происходит? Ребенок ведет себя, возможно, очень активно, возможно, ну не так, да, как остальные дети. Это накладывает там особенности, и воспитатель вынужден, да, с ним заниматься больше, и родители начинают говорить, он там бьет, или он там кидается, да, или он там что-то говорит такое, да, вот так же происходит. Уберите его из нашей случаев, группы. Да, да. В большинстве случаев, да. И родители, причем и воспитатель, в одной, как говорится, упряжке, начинают убеждать родителей такого ребенка, что он должен покинуть эту группу. Вот объясните, как сейчас законодательство и вообще социальная сфера вот к этому настроена, если есть такие особенные детки в группе? Есть специальные компенсирующие группы, есть даже целые детские сады для особенных детей. Есть группы для детей с полевым поведением, конечно, разновозрастные группы есть специальные, а есть группы обычные, нормотипичные, как мы их называем, и в них помещается ребенок, допустим, с особенностями в развитии. Как правило, он никакого вреда никому не принесет. Ну, то есть это такая небольшая степень влияния? Да, у него задержка речи, допустим, или ДЦП, например, да, с охранным интеллектом, или он чего-то не понимает, но ведет себя очень тихо, спокойно, скромно, то есть он опасности для окружающих никакой не представляет. Сейчас есть такие дети, к сожалению, которые представляют опасность, но их, как правило, отправляют на домашнее обучение. То есть... Но это однозначно оценка специалиста, медика, психолога, да, должна Конечно. Быть. Конечно. И поэтому, когда родители говорят о том, что мы боимся там находиться, нам в детской площадке, это мы боимся своих детей отпускать от них. У нас абсолютно спокойные дети, нормальные, приветливые, дружелюбные. И я боюсь, например, как мама, у меня трое детей, двое детей с особенностями в развитии. Я боюсь отпускать их одни гулять. Боюсь не из-за того, что они кого-то ударят, а что их ударят. Ну, есть, да, и дети жестокие, есть дети, да. И родители тоже такие, которые не понимают. Ну, вот вернемся к этой ситуации. Вы говорили, что вы провели такой опрос перед программой, да? Да. Расскажите, какие бывают ситуации в Благовещенске? Некоторые учителя отказываются работать с такими ребятами. Ну, из-за боязни, или из-за вот действительно им просто, ну, открыто противно.
например, они считают... Такое тоже бывает. Да, такое бывает. Некоторые родители настраивают своих детей, говорят, что они заболеют от таких детей. То есть ты видишь, вот он... Это вот, вот сейчас такое есть? Да, есть такое. Взять, если автобусы, очень часто общественный транспорт, очень много сообщений было, рассказывали, как себя ведут взрослые, особенно пожилые люди по отношению к таким детям. То есть, если заходит пожилой человек, едет на сады, допустим, та же бабушка прямо с порога начинает кричать, чтобы ей уступили место. Как правило, такие дети, ну, внешне не отличаются. Внешне, да, не отличаются, но у них есть различные сенсорные нарушения, они просто не обращают внимания на посторонних, ну, кто говорит, что говорят. С другой стороны, бабушка что же не знает? Ну, она не знает. Если начинает мама объяснять, в некоторых случаях бабушки отворачиваются и уходят, в некоторых извиняются, а в некоторых продолжают. Не понимают, да, и продолжают конфликт. Очень много ситуаций в поликлиниках. У нас есть закон и даже уже указ президента Российской Федерации 26 числа, кстати, недавно такой приказ вышел, о том, что дети с инвалидностью и сопровождающие этих детей проходят во всех вот сферах муниципальных, это поликлиниках, больницах, ЖКХ, общепит и все остальное без очереди. Ну, потому что сложно с таким ребенком стоять даже, да? Да, конечно, У-у-у. Сложно. Есть дети, с которыми можно постоять, мамы постоят, подождут до очереди своей, а есть, ну, невозможно просто ждать, невозможно. И тут же, кстати, призыв к поликлиникам, пожалуйста, повесьте объявление о том, что дети с инвалидностью проходят без очереди. Сама терпимость, толерантность, допустим, исходит не только нас должны понимать и должны почему-то жалеть, мы этого ни в коем случае не хотим. Есть и среди наших семей такие семьи, которые считают себя, да, выше, чем другие. Более приоритетными, да? Да, более приоритетными. Или по нозологиям, да, по заболеваемым. У кого серьезнее, да? У кого серьезнее, у кого не серьезнее. Mm-hmm. Или те люди, которые живут богаче. Ну, я еще раз говорю, это все... Это общество, да? Да, это общество. Да, воспитанность. Но если возвращаться вот все-таки к той ситуации, которая произошла в Санкт-Петербурге, там сейчас разбирательствами занимается прокуратура и подключился Следственный комитет. Но вот вы же знаете, да, законы, и в том случае женщина-то что говорила? Что вы не можете гулять в этом месте, потому что вы, вам нужно специализированную площадку. На самом деле это тут, получается, нет никакого нарушения. Нет, они имеют право гулять где хотят. Угу. Площадку закрывают дома, ну вот некоторые новые дома с закрытыми площадками, так называемыми. Их закрывают же от бомжей, от людей, которых, ну, выпивают алкоголь или могут как-то, в общем, эту площадку что-то как-то навредить. Ну, это другая история. Закрывают для своих жителей. Вот так. Ну, а ребенка даже с другого двора они выгнать права не имеют. Та женщина говорила, что ее детей испугали, эти дети. Вот здесь вот какая грань? Потому что дети-то разные, да, бывают? У них разные могут быть нарушения. Вот здесь как реагировать правильно? Мама такая всегда боится, что ее ребенка могут ударить, да? Ну, например, там, да, случайно, ну, может быть такое. Ну, тут надо понимать, чем эти дети ее испугали, ее ребенка. Своим поведением, от того, что они молчат. Вот вчера был тоже случай, написала девушка о том, что недавно, совсем 3 недели назад, ходила гулять с ребенком и попала на, соответственно, соседнюю детскую площадку, потому что наши дети, вот они вот себе поставили план в голову, что они должны по 4 площадкам пройти, и вот никак по-другому не получается. Она говорит, мы пришли, ребенок спокойно с горки катался. И как-то так получилось, что он запнулся и начал визжать. Он не говорящий, начал немножко повизгивать. Ну, от того, что он испугался. Он не кричал, ничего не это. А на площадке гуляла мама с 2 детьми. И она подошла, она говорит, уходите с нашей площадки. Вот он, как раз и у нас тоже такое. И она говорит, а почему я должна уйти с вашей площадки? Она говорит, ну, потому что у вас ребенок пугает моих детей. Ну, в общем, она говорит, вы понимаете, да? Хочет так сказать. Да, она говорит, вы понимаете, у меня ребенок с раз.
ну, расстройство аутистического спектра. Она говорит, тем более, уходите отсюда. Она говорит, ну чем мой ребенок вам помешал? Но она объясняет, что она абсолютно спокойно разговаривала с этой женщиной. Эта женщина пыталась ее вывести на конфликт. Удалось переубедить? Получилось как? Пока они разговаривали, стояли, ее дочка увидела, что тот, значит, мальчик катается с горки и везет камушки рукой. Угу. Она забрала у него камушки без спроса. Третий раз он набрал камушки, она к нему подбегает, он руки открывает и говорит, на. И все, конфликт решился. И конфликт решился. Я, говорит, поворачиваюсь, он говорит, как вам не стыдно? Как вы научите своего ребенка добру, если вы так агрессивно себя ведете? Да, действительно, все-таки не готовы люди воспринимать, хотя и очень много информации идет, и примеров, и все, но все-таки это даже не проблема Благовещенска, Москвы, Санкт-Петербурга, это проблема личная каждого человека и вопрос личного воспитания. Спасибо большое, эта программа на самом деле никаких выводов не была призвана сделать, а просто показать, еще раз обратить внимание на такие ситуации. Много у нас таких детей? Ну, официально зарегистрировано в Амурской области около 5000. Очень много. Да, достаточно много. И, естественно, наверное, даже в каждом дворе есть такой ребенок, к которому нужно относиться и знать, и понимать это. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и рассказали. Спасибо.